вышел с территории, иду за тобой. Я иду туда, где ты умер. Там за мной есть. Ну и кто-то бегает внизу. Ты где? Трое, трое внизу, слышишь? Граната. Поднимается три вниз. Встречай. Пропускай. Граната. Не ты... могу. Минус два. Где ты? Где ты? Грену вниз брось, где? Под мусорка, он сразу подо мной. Кинул. Не долетело. Меня да, чуть не убила граната. Еще одну кинул также. Ниже надо. Дальше. По мне кто-то работает с этого. С западки. Я почти умер. Крой меня и лечусь. Он лежит, он живой внизу. Подойди ближе, правее где-нибудь. Закинь грену. Под камнями? Ну он подо мной, вот я, он сразу внизу. Он грену. Твоя, да? Да. Кидаю еще одну. Окей. По мне? Живой? Да. Он между нами. Убил, 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 тут их 4 было. Всех убил. Уходи, уходи, уходи. Блять. Yes. О, теперь убил, блин, я протупил. Думал, это он умер, а он не умер один. Прикинь. Вот это жесть. Там это, на крыше или в окне где-то есть на западке. Уходи. Мне... Таким уж далеко, а куда? Я уже не в прострела. Мне руку выбил и сломал. А как их грены не брали? А ты новички, блин, 13 левел, потеряны. Сейчас попробую на камень залезть. Ага. Ты прыгаешь, слышь, 5 левел. Я на скале, на крыше никого, по-моему. Ну, на нас, значит, с окна меня стрелял. Ну, да, потому что стекло билось. Лечу руку. Окей. Вот тут чуваки вообще новички, с них нечего брать. Снайпа. Аптечки возьму. Так у них нет. Вода только. Нормас. Снайпу тебя могу взять. СВ-98. Шестерка. Я понял. Так, я думаю, куда мне идти? На угол? Так, кажется, как мы пришли. Там есть это? Да, я слышал очень-очень слабый бег. Окей. Кажется. Но это не точно. Мне грена, рядом у меня. Второй. Подо мной. Внизу. Я внизу. Да, бег. Я туда направо ухожу, по мусорке. Прикрывай, под... Один за забором, двое или трое идут. Я понял, я поднялся туда направо. Ну, если закинуть грену, я тоже. А ты где? Ну, походу...
Ну так не полезь пока. Да я лёг. Так ты можешь хеды выщелкивать, если кто-то стоит. Ну я ж так... Тебя же глушитель. Их трое минимум. Я понял, я патроны пополняю. Не можешь не хватить. Я скинул свой рюкзак, я снайпу там, потому что... Один справа от камня, один слева, один где-то у забора, возле Урала. Я понял, понял. Жалко, что цепу скинул. Но я сейчас справа зайду. Не, я понял, я справа на этом, на заборе, где перелом. У меня сейчас жопа будет. А что ты? С другой стороны. Меня гранатками закидывают. Я понял. Ага. Я иду по территории уже. Меня убили. Блин. А как они тебя засекли? Ты же вроде лежал. Ну, я когда ложился, они, наверное, услышали. Один пошел направо, вышел плюс-минус на мою высоту и увидел. Я не знаю, как он не умер. Ему в лицо просто вжал. Ну, тихо. Скайморк. Там еще пришел какой-то чел лево. Ну, который по тебе санки стрелял. Ну, как я говорил, надо было выходить. Ну так ты ж был дальше, я не знаю, что ты не отошел. Я убежал. Я вроде как отошел, но наложиться не надо было. Там кустов до хера. На втором этаже. Я сейчас жалею, что снайпу не взял. Еще гранаты взрываются. Чел дырки. Туда-сюда бегает. Но это пол нихни. Втроем. Блин, они там трупы видят, боятся, бросают грены. В идеале, чтобы этот чел как-то с ними зарубился.
Так, он вышел. Он то выходит, а заходит. Тремеру просто начинается. Он меня засек. Нехилый. Чел это? Глазастый. Это, походу, уже другие челики. И кто ли, четверо? Мне кажется, это чел. Да, не отвлекай тут. Я еще не насанул одного. Сыграй это за дикого, может. Чел тут прыгает. Блять, застрял. Сука, бот по мне хуярит лишь. Тут их два. Блин, вроде этот выжил. Тот то ли на втором этаже сидит. Может, и не выжил. Ух ты, бля, как так? Такой рейд запорол. Это челобот? Я вообще вверх смотрел, он снизу. Это челобот вроде. А, вот это облом. Да, это челобот пришел. Сколько в итоге убил? 6. То есть получается я и второго убил. Жалко, челобот меня так подкрасил. Если бы было забрало, он бы меня не убил. Ну, если бы грибы. Картечь. ГГ на этом.